Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусное блюдо из картофеля и фарша. Рецепт хорош еще и тем, что можно использовать картошку, которая осталась со вчерашнего дня. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Натираем на мелкой терке 120 граммов любого твердого сыра. На этой же терке трем одну небольшую луковицу. Дальше берем 700 граммов картофельного пюре комнатной температуры, добавляем в него одно яйцо, одну чайную ложку итальянских трав, половину сырной стружки и хорошо разминаем все вилкой до однородного состояния. Затем из полученной картофельной массы формируем 7 шариков одинакового размера. Выкладываем их в форму для запекания на расстоянии друг от друга. С помощью рюмки делаем в каждом шарике небольшое углубление. В итоге должны получиться картофельные гнезда. Теперь берем 300 граммов свиного фарша. Добавляем в него пол чайной ложки соли, столько же черного молотого перца, тертый лук, оставшуюся часть сыра и хорошо перемешиваем. Из приготовленного фарша формируем также 7 одинаковых шариков. Дальше раскладываем мясные шарики в гнезда из картошки. Запекаем наше блюдо в разогретой духовке 35-40 минут. Температура 200 градусов. Вот и все. Сытные и очень вкусные картофельные гнезда с мясом готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.